Приветище! Это FNAF Security Breach, да не простой, а руиновый. Вернулись мы сюда не просто так, а потому что в ВК проходило голосование, и эта игра победила. Вот мы здесь. И нам говорят, что в руинах мы будем не играть за Грегори, а искать его. Ёлки-палки, Грегори, как так вышло? Там было три концовки, мы вроде бы как выбирались, да? Но Грегори все-таки там умудрился потеряться, засранец мелкий. Ох ты, наши ребятки. Три чувачка, которых мы замочили, когда играли в оригинал. Опа. Это же похоже на фойе. Еще одна малышка пришла в это убийственное место. Грегори, ты меня слышишь? Я получил твое сообщение. Где же ты? Не зря ты сюда пришла, малышка. Грегори, такая же малышка, как и Грегори. То есть, ну, лет 13-14, может, даже меньше, не знаю. В общем, чего сюда все прутся, непонятно, эти школьники. Видимо, остринки в жизни не хватает. Вот они по заброшкам носятся. Кстати, странно, почему это все теперь заброшка. Не могу понять, в этом заброшенном месте, что мог делать Грегори, когда его самого здесь нет. Что это? Может, если забраться туда, будет лучше видно, что там происходит? Она говорит, зачем меня Грегори сюда позвал, если его тут самого нет? Да как бы он же вроде помощи у тебя просил, нет? Да, значит, это фойе. Это фойе. Только я не понимаю, почему она такая убитая. Мы же тут Грегори бегали. Может, время какое-то определенное прошло? Там, не знаю, годик или больше. Было же несколько концовок, да, и в одной из концовок Грегори вместе с Фредди убегали отсюда под блокбастер. То есть они бегут сзади, там все разваливается, огонь. Ну, мы разбомбили вот это вот прекрасное место. И вот, видимо, после вот этих всех событий и происходит дальнейшее действие руин. Ёлки-палки. Я хоть правильно иду? А я здесь когда-то бегал, тут красивые намытые полы были. Ну, бегал-то я Грегори, конечно. О! Это что за чудо-юдо с рукой? Протянутой, чтобы дать мне фонарик. Ну, давай возьмем. Мне как бы фонарик пригодится, тут очень темно. Учитывая, что тут руины, света тут нету. Свет будет в моих руках. Так, посмотреть сведения. Значит, снаряжение. Нифига у меня нет, я пока бомж. Как можно было сюда прийти без всего? Можно вон спуститься, видимо, да? Нет. Ты туда не спустишься. Значит, пойдем сюда. Через вот этот проход. Проходочки. Можно пройти, отлично. Комната охраны задолблена досочками. Башка огромного Фредди ржава. Ну, учитывая, как тут все проржавело, такое ощущение, что прошло уже огромное количество времени, лет 50. Как так могло быстро все заржаветь? Фантастика. Ага, магазинчик. Уже который расхищен. А вот это вот Грегори открывал, вот такие подарочки. Ой, оптимизация до сих пор хромает. Ну, как бы это DLC. Все бы ей тут быть лучше. Наверное, нам туда. Погодите-ка, а как этот телевизор тут работает, если здание раздолбано? С чего здесь электричество вообще взялось? О, и здесь тоже звездочка горит. Прикольно. На самом деле, я знал, что она упадет. Я уже чуть-чуть поиграл здесь, и мне было дико интересно. Первый раз я отскочил, а вот сейчас я специально остался на месте, чтобы посмотреть, зашибет она меня или нет. Но я, видимо, очень крепкая девчуля. Во мне есть силы Халка, поэтому мне насрать. Что хочу сказать дальше, я уже не играл. Дальше я не знаю, что будет. Нет, вот здесь я был, я здесь был, да. Вот сейчас вот этот, вот он, поорал на меня, и все. Я здесь обосрался, быстренько вышел, и дальше уже не играл. Вот дальше, честно говорю, я не играл. Идем, смотрим. А что, мы же Грегори ищем, да, точно. Что мы тут смотрим? Ищем Грегори, елки-палки. Грегори, где ты?
Ой, ёлки-палки. Грегори, это ты? Ну, тут все на цепях, он бы тут точно не пробился. Так, 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 так. Сюда? Кто это крикнул? Грегори, что? Сас, Сас, помогите мне! Откуда ты кричишь-то? Сюда. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Я в ловушке. Грегори? Грегори? Я получил твое сообщение. Ты где вообще? Помоги мне. Меня что-то схватило. Оно не отпускает меня. Найди меня. Я нахожусь в провале под гоночным треком. Под гоночным Рокси? Это же в другой стороне здания. Туда еще идти и идти. Прикольно, у нас есть рация. Так, ну мы выяснили, что Грегори где-то здесь, его схватили. О, да. Я помню это местечко, где мы бегали от волка, по-моему, да? Мы здесь бегали на этой поляночке. Так, по лифту спускаться? Ну, по всей видимости, да. Ой, какие звуки неприятные. Поползли, чё? Наверх. Оу! Вы что, из меня фарши хотите сделать? То... Там этот, как он, аппарат на меня упал, который тикеты выдает. То, блин, лифт на меня свалиться хотел. Но если меня тот аппарат в виде банкомата не задавил, то и лифт меня тоже бы не задавил. Чё я переживаю? Но это было немножко стрёмненько, конечно, стрёмненько. Я здесь. Я где-то наверху. Прикольная картинка. Паутинка уже. Интересно, тут будут какие-то подарочки, которые нужно будет собирать тоже, как Грегори. Вот это что за золотая, как это назвать, эмблема? Как будто тут что-то написано должно было быть, правильно? А может там действительно написано и нужно инфракрасный этот... Найти фонарик. Я слышал, что... Или это мои шаги? Как будто за мной кто-то крадется. А тут же по вентиляции маленький паукан бегает. Засранец, это ты меня шугаешь? Что-то где-то кого-то ломают. Жестяное, металлическое. Или это от ветра, знаешь, задувает ветер, сквозняком долбится об что-то. Пластина металлическая. Оу, ёлки-палки. Я в таком расслабленном состоянии был на чили. Фу, тараканы. Я в порядке. В порядке. Где это мы находим? А, это столовка. Ну, в смысле, это кухня. Пицца. А, все, мы в месте, где делали пиццу. Мы здесь цыпой-дрыпой развлекались. Надеюсь, ее здесь нету. Цыпа-дрыпа. Цыпа-дрыпа, а-та-та. Ёлки-палки. А раньше тут реально вкусная пицца была. Такие запахи, ароматы были. А теперь здесь воняет тухлятиной. Тухлятиной. Кто здесь? А ну выходи! Я тебя сейчас наваляю. Или навалю кирпичей. О. Цыпу! Как? Чика? Что с тобой случилось? Ты ужасно выглядишь. Ёлки-палки, ты как будто из кокона какого-то вылупилась. А, это тесто на ней. Да, мы же ее там подожгли, спрессовали, и потом ее выкинули на мусорку. В общем, она как-то умудрилась выбраться оттуда, что ли? Или я что-то путаю? Я кого-то другого спрессовал, выкинул на мусорку. Это было уже давно, это было год назад. Я могу что-то перепутать, поэтому... Если что, поправляй меня в комментариях. Ага. Но самый прикол, как она сюда забралась. И вообще, почему она двигается. Странно, очень странно. Уже столько времени прошло. А от чего они вообще заряжаются? Им же заряжаться нужно. Электричество-то тут как бы, ну, не может быть. Хотя свет-то есть. Местами он есть. Сейчас, прикинь, еще кто-нибудь вылезет.
Мне, наверное, куда-то надо наверх забраться. Так, стой, погоди. К Чике может подбежать. Стаканчики. Тут как будто тупик. Дала! А, нет, она стоит. Я думал, Чика свалила. Мне вот тут ничего взять нельзя? Нет. Чика, я в тупике, выручай. Кстати, Фредди же... А, ну, по той концовке, когда все разваливалось в этом здании, когда мы его разбомбили, Фредди же со мной сбежал. Но есть и другая концовка, когда Фредди здесь остается, а мы убегаем. И вот мне интересно, Фредди здесь или нет? О, так, надо отсюда валить. Ну, как нам свалить? Тут тупик везде, тупик, тупик, тупик. Где-то должен быть проходик. Сейчас мы его... Блин, в этой тухлятине не запутался. Вообще, капец, как... Как так можно? Куда идти-то, елки-палки? Надпись хоть какую-то бы оставили. Здесь заперто. Потеряшка. Я потеряшка. Знаешь, когда мне страшно, и я один в каком-то стрёмном помещении, нужно создавать шум. Эй-хел! Поэтому я буду кричать. И болтать самим с собой. Я, в принципе, всегда болтаю самим с собой. Что, наверное, выходить надо отсюда, да? Потому что тут, ну, нифига больше не... Да закройся ты! Тут тоже тупик. Стой, подожди, а это та самая... Мне в эту дверь и нужно было пройти, оказывается. Я перепутал немножечко направление там. Фредди, ты ли это? Там, короче, какой-то мехатроник за стенкой есть. Может, это бот-уборщик. Странно, что у меня фонарик не садится. В оригинальной игре же фонарик, по-моему, садился? Или нет? Погодите-ка. Тут кто-то запитал. Короче, электричество кто-то тут наладил. Вот это поворот. Фаз-ключ? Прямо как у моего папы. Теперь мы везде пройдем. Ёлки-палки. Давай. Втыкай свой фаз-ключ сюда. Зарядите все проводники до необходимого уровня. Направьте фаз-ключ на проводник, чтобы зарядить его. И как мне это... Следующий проводник. А, вот, заряжаем. Как любопытно, да? Зарядили следующий. А, вон оно что. Успеем, не успеем? Да, получилось. Двери открыты, мы идем дальше. Здесь куча энергетиков. Ой-ой-ой, двери закрылись. А, это я по мусорке ходил, что ли? Нет, это двери, вон, открывается-закрывается. Беспонтовая вот эта штука, когда двери автоматически открываются-закрываются. Да, зданию, конечно, вообще хана настала конкретно. Как будто мы в другой реальности какой-то находимся. Сколько времени-то прошло? Где-нибудь кто-нибудь расскажет? Там кто-то был! Там кто-то был! Выходи! Эй! Это нога чья? Нога чья-то? А, это уборщик. Фу. О, так мы здесь тоже бродили, по-моему, да? В оригинальной игре. Да, и здесь за нами лисица бегала. Или волк. Ага, туда можем пройти. Что с этими ботами-то сделали? Почему их так исковеркали? Видимо, мехатроники искали запчасти. И где их найти? Правильно, выдирать из ботов-уборщиков. Да, досталось им, конечно, знатно. Я ничего не боюсь. Я маленькая девочка, 13 лет. Брожу одиночкой по каким-то руинам. Септик! От коронавируса надо ручки смазать. Угу.
туда не пролезть, значит, в трубу. Конечно же, в трубу. Моти, ёпрасоте! Я задержал дыхание. И меня сейчас куда-то выкинет. Все, я сдох, что ли? Финал! Короткие руины, короткие DLC. Мы выбрались, мы выжили. Моя голова. Куда делась эта жуткая монтиподобная тварь? Нужно выбраться отсюда, прежде чем она вернется. Да, это было бы неплохо, но узнать бы, где мы сейчас находимся вообще. Ой, ужас, как все лагает. Мой комп пора выкидывать. На мусорку. Ага. А это точно был Монти? Монти, он же крокодил, да? Или нет? Просто тут как бы символично, да, что из крокодильной пасти мы вылетели. Единственное, я сейчас не могу понять, где мы находимся. Это не лазер, так, или как он там называется? По-моему, нет, это... Так, сюда. По-моему, нет, это не лазер, так. Джунгли, где джунгли-то у нас были? Привет, бесплатные маски, возьмите маску, бот с масками. Спасибо. О, Вани. Маска Вани. Странно, это не маска Бонни. Гляди, тут провода какие-то. Че, мы ее наденем? А, надеть маску, Р. Вау, круто. Вас приветствует Ванни, виртуальный ассистент с новаторской нейросетью интерфейсом. Ну, спасибо. Обнаружен новый пользователь. Выполняется сопряжение затылочного транспондера. Сохраняйте спокойствие, больно не будет. Достать, убрать маску. Я, кстати, слышу какие-то крики. Кому-то плохо где-то. Так, эта маска нам поможет что-то обнаружать. Ну, кстати, если маска у нас есть, можно фонарик-то, в принципе, вырубить, да? Ой. Привет, реальный мир. Почему ты все еще здесь? Кто? Ты? А, ты про помощника? А, он, походу, чип внедрил нам в голову и теперь будет нам постоянно показываться. К счастью, имплант-транспондер позволит мне передавать данные по беспроводной сети, даже когда ты не носишь маску. Еще одно потрясающее преимущество, доступное техническим специалистам класса 5. Конечно же, тебе придется снова надеть маску, чтобы заняться настоящей работой. Ладно, сейчас, давай наденем маску. Куда идем? И где работа меня ждет, собственно? Тут тупик вроде бы как. А нет, вот тут можно пролезть. Стой, подожди, это мы обратно, что ли, возвращаемся? Похоже на то. Я свернул не на ту дорожку. Да, вот вода. Ага, точно. Пошли обратно. Запутался я. Ёлки-палки. Фигово, когда карты нет. Вот, смотри, что-то тут у нас... А, это бот, который дал мне маску. Значит, нам теперь надо идти вот сюда. Здесь прохода нет. Хотя он есть, слушай. Подожди, сними маску. Ага, прикольно. То есть так я пройти не могу, а вместе с маской я пройти туда вообще изи просто. Просто изи. Маска супергероя какая-то. Снимаем ее. Ага. Фаз-ключ нужен. Давай заряжаться, что? Мне кажется, что надо было с нижней начать, наверное. Переключаем.
А, ну хватило, в принципе, нормально. О, туалет. Туалет. Давай маску наденем, посмотрим, нет ли тут каких-нибудь потайных дверей. Вон есть что-то. Привет. Мы можем его отключить, но зачем? Отключили. А для чего мы его отключили? Если маску снять, он как бы здесь стоит. А, ну понятно, мы этой маской можем отключать всю электронику. Для починки, видимо. Пусть будет так. Могу поклясться, та дверь. Да, она прозрачна. Вон, смотри, глюки какие. Интересно, кто это сделал. Любопытненько, любопытненько. Спокойствие. Только спокойствие. Значит, вот здесь тоже есть двери, которые, видимо... Ага. Так мы через них не пройдем. Тупая какая-то затея в плане маски и глючащих дверей. Сейчас посмотрим, что нас тут ждет. Блин, никак не могу понять, что это за место. Мы здесь были, но внизу. А это что такое? Это станция камер наблюдения для технических специалистов компании Fastbrick. К счастью, она уже установлена, и короче, можно активировать ее. Этими маленькими Опа, кто-то пробежал, я видел. Прямоугольниками, обозначающими действующими камерами. Короче, можно управлять, я понял. Так, вот мы можем приблизить. Вот здесь мы стоим. Вот это камера. Он ко мне сейчас бежит, я-то здесь стою, а мы камеру смотрим. Он вот так вот мог побежать ко мне. Ёлки-палки. Так, выбрать камеру. Я стою, вот он. Вот он. Но здесь вроде никого нету у меня пока что. Вторая камера, третья камера. Нажмите мигающую кнопку интерком. Ты меня слышишь? О, смотри, это Монти. Эй, это же мой голос. Скажи клевый трюк. Для этого я использовал образцы твоего голоса. Ага. Опытные сотрудники используют подобные записи с интеркома, чтобы направлять аниматроников в нужные места. Ну, к местам раздачи автографов и проведения фотосессии. Окей. Так, мне нужно, короче, сейчас этого Монти куда-нибудь подальше убрать, чтобы я мог проскочить. Ну, давай его к четвертому выходу. Вот он бежит, смотри. Располовинчатый Монти. Все, мы выходим. И теперь можем спокойненько туда пробежать. В надежде на то, что там будет вот такой же компьютер, через который мы сможем посмотреть камеры и перенаправить Монти в другое место. Но это не точно. Музычка играет такая. О! Это про принцессу же, да? Монти... А, нет, это Монти Гаттер Гольф. Можно поиграть в гольфик. Так, так, так. Так, так, так. Сейчас, подожди. В смысле? Нет, 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 я что-то не то нажал. Как убрать? Вот. Сейчас стрельнем. Как стрельнуть? Пробел? Блин, обучающий материал где? Как мне зарядить шарик? Это я поворачиваю. Кто-нибудь мне скажет, как зарядить шарик? Я не понимаю. Кнопку какую надо нажать, чтобы стрельнуть? Приблизить, это все ясно. Я уже все кнопки пережал. Shift? Нет, не Shift. Как тебе стрельнуть-то? Короче, в топку. Выходим, выходим отсюда. Слава богу, я не вышел из игры. Я даже испереживался. Так, хорошо. Вот здесь мотоцикл, который мы можем преодолеть, одев маску. Ой, я слышу Монти там. Или это не Монти, это здесь звуковые спецэффекты. В этом помещении.
Так, ох, ёлки-палки, это что такое? Стенка, которая поднимается. Погоди, если я маску сниму? Стенки нет. Шикарно. Мне нужен компьютер с камерами. Где же ты? Надеюсь, что я не иду... Ух ты, ёлки-палки. Откуда он вылез-то? С дупла, что ли? Там места так мало. А, маска здесь не работает. Прикольно. Тут, смотри, вот что-то такое невидимое. А, вот маску можно надеть. И что, я могу подняться здесь? Не бросай поиски. Мне нужна твоя помощь. Грегори, Грегори, я тебя слышу. Если ты слышишь меня, отключи все средства безопасности. Отключи их все. Какая безопасность? О чем ты говоришь? Это... бред какой-то. Узлы безопасности. Найди и отключи их все. До тех пор я не смогу выбраться. Грегори, узлы безопасности, что это вообще такое? Такое ощущение, что... Слушай... интерком может же мой голос копировать и звать ботов, ну, в смысле, типа Фредди, ну, мехатроников. Может быть, кто-то скопировал голос Грегори и зазывает меня тоже через рацию. Как ты думаешь? Так. А, это гольф! Все, понял, понял, что это за место, это гольф, до меня только сейчас дошло. Игровой автомат с гольфом, тебе намек. А это что за место? Сначала отключите дочерний узел. Вот что такое. Я вначале увидел такие прозрачные, знаешь, кубики глючные. Вот, и думал, что это такое. А это, видимо, штука для апгрейда маски. Какой-то узел нужно отключить, чтобы все это заработало. Удерживайте, чтобы использовать. Вот, сейчас мы отключим, видимо. Взломано. И... елки-палки. АР сеть безопасности. Первая сеть безопасности. Ага. Значит, мы идем сюда. Вот таким вот образом. А, то есть тут ток, и мы так не можем пройти, да? Все? Подключились? Узел взломан. Вообще не понимаю, что я тут делаю, но что-то делается. Офигеть. Какие-то нейросети поверху летают. А, ну это я в маске. Все понятно. Я забываю иногда, что я в маске нахожусь. Сейчас же опять кто-нибудь выскочит, да? И меня бы камеры посмотреть. Я что-то уже так далеко иду. Очень далеко иду. Что, возможно, я уже прошел все камеры. Как интересно все это выглядит в маске и без маски. Пока тишина. Я на чили, на расслабоне. Сейчас обязательно какой-нибудь говнюк выскочит и все меня это испортит. Ага, еще маска бани. Тревога в сети Вани. Обнаружена аномальная сущность. Попроси эту сущность срочно покинуть область. Как я ее попрошу? Если это не сработает, выйди из AR-режима и обратись на нашу круглосуточную линию поддержки. Какая поддержка? Она у вас еще существует, что ли? Ну давай, короче, вот. А, вот камера. Слушай, ну мы вообще в какой-то... Фиг пойми, какой области. Весь прикол, что у меня мышка куда-то пропала. Так, мне нужно отсюда как-то выйти. Но как я отсюда выйду, если... Вот, я вышел, слава богу. Ищем, короче, узел. Узел, который нужно отключить. Узел, узел, узел. Вот сюда можно пройти? Я думаю... Что произошло?
Это было стрёмно. Ох, ёлки-палки, вот она, эта сущность. И она ко мне приближается, да? Системное предупреждение, неизвестная сущность взломала протокол безопасности. Ой, там и Монти еще ползет. Техническим специалистам рекомендуется завершить текущие задачи, немедленно покинуть AR-режим. Монти, а ты-то что тут делаешь? Привет. Ты на меня ползешь, да, чтобы меня сожрать? А! Ты где? Пришел, порычал и исчез. Так, дальше, походу, мне маску нежелательно надевать, потому что меня может схватить вот эта нечисть, сущность. Ага, тебя я отключить не смогу. Кстати, а как насчет одеть маску все-таки? Так, я сейчас посмотрю, где эта фигня. Она далеко. Давай мы тебя отключим. Вот так вот. Я не знаю, на что это влияет, но я их могу отключать, и я их отключаю. Опа, бочка, вот. Я нашел эту бочку. И здесь две бочки, которые связаны узлом. Где еще одна? Еще одна бочка должна быть. Так. Вот это что? Ой-ой-ой. Надо выходить из маски. Выходим из маски. Фух. Так. Где еще может бочка быть? Да, ну. Ёлки-палки. Так, короче, смотри, вот там вот... Он опять выполз. Да что ты будешь делать-то? Ты опять порычать пришел и... свалить отсюда. Ну да, мимо прошел. Хорошо. Так. Здесь ни черта не работает. Камеру переключить я не могу. Где еще один узел может быть? Вот эту бочку мы активировали. А, ну видишь, ее здесь как бы нет. Физически ее нет, но в маске мы ее видим. Ну хорошо, давай я тут маску надену. Еще раз посмотрю. Так, эту бочку провода идут. Ёлки-палки, до меня дошло, провода идут. Куда вот эти провода идут? Вон туда, но мы сейчас тут пройдем. Так, 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 вот сюда провод идет. Ага, тут и не бочка вовсе, а я бочку искал. Картинка какая-то беспонтовая. Все. Теперь маску можно снять и идти. Хотя нет, нам же тут маска нужна, чтобы... вот эту штуку сделать. Ну, погнали. Хоп, хоп, хоп. Все довольно просто. Есть. И открылась вот эта дверь, да? А, еще один узел. Вот идет, идет, идет вот сюда. Игрушка. Угу. Еще один провод. А, целых три. Целых три провода. Одна сюда идет. Другая идет сюда. Мячику, что ли, или что? Клюшки, клюшки. Слушай, я там слышал. Ты сюда пройдешь? Мы снимай маску, маску снимай, маску снимай, маску снять не могу, прикинь. Уходим отсюда быстро. Быстро, 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 быстро. Снимай маску, елки-палки. Меня чуть не схватила эта сущность. Сущность бани. Прикольно, он так исчезает. Так, ну давай я здесь сейчас маску надену. Посмотрю, ушел. Он отсюда ушел. Деактивируем узел. Блин. Вот. Готово. Ой-ой-ой, мы что-то запустили. Сейчас привлекем внимание. Музлот какой прикольный.
И где мы... Чё мы запустили? Так, выходим. Мы, видимо, себе какой-то проходик открыли. Посмотри камеру. Я открою дверь. Давай. А, точно дверь открылась, ага. А что это за место? Куда нам бежать-то? Камера там. Блин, а мы тут стоим. И переключиться я не могу, да? Фонарик. Блин, еще и фонарик сел. Че я там про батарейки говорил? Ёлки-палки. Давай, фрыч. Дверь. Так, тут нам не пройти. Маску наденем давай. Прохода нет. Здесь прохода нету. А, что-то интернет несет ответственность за возможные аэртравмы или остаточное воздействие антивирусных программ. Ну ладно, что. Походу, нам тут выбираться нужно. Маска сама снялась. Я вроде не нажимал кнопку, чтобы поясняли. Ну, видимо, как бы нам точно назад надо идти. Раз дверь открылась. Давай. Ползем быстрее. Я, конечно, могу сейчас тут что-то напутать, но там вроде бы не было прохода. В той местности, где мы только что отключали. Вот, смотри, здесь еще. А, так я это активировал. Даже? Я отключил тут все. Да, я тут все отключал. Ага. Стой, надо снять маску. А, тут нельзя снять маску. Это туда же. Вау, красота. А без маски тут ни черта нет, да? Ясно. И без нее тут, в принципе, и не пройти было. Ага, значит, мы спустились сюда. Прикольно. И вот эта нейросеть нас ведет куда-то туда. О, приветики. Это кто был? Мне не показалось, что чья-то рука через меня прошла? Или нога, может быть? Пойду отключу вот эту вот шампу. Твою налево. Оно где-то здесь. Оно где-то... Вон оно. Я успею. Наверное, успею. Маску снимаем. Привет! Повар что-то как-то приуныл немножечко на кухне. О, классная штука заряжать. Мы тут заряжали фонарик, по-моему, да? Или что там? Что там мы заряжали? Батарейки для Фредди мы заряжали? Не помню уже. Так, ладно, давай масочку наденем. Ну, с этим я взаимодействовать никак не могу, роботом. Тебя я могу деактивировать. Угу. Дверь открылась, мы пошли дальше. Оба! Ой-ой-ой, подглючивает. Тишина и спокойствие. Сверху люк открыт. А нет, закрыт. Ох, ёлки-палки. Маску снимаем. Кто? Где? Блин, тут не перепрыгнуть, тут маску нужно. А, тут может проползти же. Кто-то ломится к нам, но не доломится. Надеюсь, что это не Монти. Быстро сваливаем отсюда нафиг. Нафиг. Погнали. С этими ключами все очень долго. Ох, как быстро уходит. Ага, тогда, значит, наоборот надо сделать. Вот так вот надо. Все, открыли. Надеваем маску. Фонарик у нас фуручит, нет? Ну, что-то... О, зафуручил. И что мы тут имеем? А,
А, вон оно что. О, знакомая комнатка, кстати. Знакомая комната. Пиццу. Деактивируем. И еще где-то что-то. Где-то что-то. Муха. Не пугай меня так, а. Я сосредоточен. Ой-ой-ой-ой-ой, это плохо. Ой-ой-ой, он тут. Тут дверь откроется. Маску снять надо срочно. Фух. Не дает он мне отключать все механизмы. Тут дверь не откроется, пока я, собственно, не открою. Точнее, я деактивирую последний узел. Ну что, давай надень маску, посмотрим, ушел он, не ушел. Все, чисто. Чисто. Готово. Погнали. Дверь открылась. Ну, она ж тут по круговой, по-моему, ходит, да? По-моему. Да, ёлки-палки. О, приветики. Мне, походу, бежать надо, не? Не, не надо? А ты не откроешь, тебе сил не хватит. Ой, 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 зубы-то, зубы-то. Скажите, пожалуйста, как вы выжили в такой обстановке? Нет, нет. Я, пожалуй, пойду. То мало ли. Царапнет меня. Это мы на складе, получается. Склад складовский. Складяцкий. Че, слушай, я думаю, что надо закругляться. Мы так, в принципе, довольно далеко продвинулись. Как мне кажется. Но это не точно. Может, мое мнение ошибочно. Поэтому, если тебе понравилось и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение этой игры, то ставь лайк и подписывайся, если ты еще не подписан. А на этом все. Увидимся в следующем ролике. Так что до встречи. А я тут сейчас на складе пошла, ну чуть-чуть. Найду себе на жопу приключений. А то мне маловато, походу, было. О! Ага, ну все. Можно теперь сохраняться. Все, короче, до встречи.